Доброе утро. В Черкесске до конца этого года будет благоустроена еще одна общественная территория. Сквер защитников города на проспекте Ленина. Здесь будут установлены 16 лавочек, урны, появится двухцветное плиточное покрытие, новые зеленые зоны и, самое главное, яркое освещение, чтобы было комфортно и безопасно в вечернее время. Особое внимание деревьям. Сухостой спилят, все здоровые зеленые насаждения будут сохранены, сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев. Он также отметил, что территория сквера будет увеличена за счет того, что теперь парковка транспорта здесь будет запрещена. Вместе с тем, в городе активными темпами продолжается ремонт городских тротуаров. Всего за 3 года в порядок приведены участки пешеходных зон протяженностью свыше 90 тысяч квадратных метров. В настоящее время плиткой выкладывают тротуары по проспекту Ленина с обеих сторон. Асфальтобетонное покрытие появится на 15 участках республиканского центра. Далее прогноз погоды, а в 9:30 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Всем удачного дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии дождь, ночью в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильный и туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 9. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 10-12, днем 14-16 градусов тепла и высокая пожароопасность.